Республиканский Минтруд дал прогноз по потребностям рынка труда в специалистах и рабочих кадрах на ближайшие 3 года. Он основан на опросах работодателя, а также информации о реализуемых в регионе инвестпроектах. Так, в следующем году понадобится 52 тысячи сотрудников, в 2023 почти 81 тысяча, а уже в 2024 более 85 тысяч. В республике больше всего нужны работники сельского, лесного и рыбного хозяйства. Кроме того, требуются геологи и квалифицированные кадры в нефтегазовом секторе. В частности, технологии по разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений по бурению скважин. Особенно актуальной в Башкортостане становится проблема по поиску специалистов в области нанотехнологий и наноматериалов. Напомню, в 3-м квартале этого года число безработных в республике снизилось в 4 раза. В прошлом году их насчитывалось 129 тысяч, а в этом году сократилось до 28. В нашей республике безработица в настоящее время достигла исторического минимума – 3,8% по методологии Международной организации труда. Это на сегодняшний день. А к концу года мы предполагаем, что она станет где-то 4%. Всегда к концу года, декабрь, бывает небольшой рост, сезонный рост безработицы. Поэтому мы также, как и Россия, достигли допандемических значений. Минтруда отметили, достижению допандемических значений способствовала реализация госпрограммы регулирования рынка труда и содействия занятости населения. В целом по стране уровень безработицы по итогам 11 месяцев года составил 4,3%. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил Владимир Путин. Он также добавил, что до конца года он может вырасти почти до 4,5%.